С того дня минуло уже 8 лет, но пензенцы до сих пор с теплотой вспоминают март 2014-го, когда полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации. Знаковый момент вошел в историю страны как пример смелости и единства народа, выразившего свою позицию и отстоявшего ее. На самом деле молодежь наблюдала все события, которые происходили в 2014 году. Тогда крымчане 16 марта провели референдум, и 18 марта мы узнали результаты. Более 95% жителей Крыма изъявили желание присоединиться к Российской Федерации. Именно тогда, 18 марта, была обозначена этой памятной датой. Даже не верится, что 8 лет прошло с того момента, когда наша территория приросла, и приросла исконно нашими русскими землями, местами нашей боевой славы. И так же, как и 8 лет назад, многие пензенцы вспоминают с радостью и благодарностью тот момент, а еще более радостен этот момент для крымчан. Акцию в преддверии 8-й годовщины провели в Пензе на мосту дружбы. Ведь по аналогии с крымским он символизирует неделимость братских народов. С обеих сторон навстречу друг другу движется молодежь с российским триколором. В середине пути колонны встречаются, что и ознаменует собой долгожданное воссоединение. Акция в 2022-м – это еще и знак единства великой страны, которая уже не единожды в истории доказывала, что готова прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Сегодня мы переживаем острую фазу конфликта на Донбассе, и тем самым мы показываем, что мы не бросаем своих, что в наших традициях объединяться в сложный момент времени. И сегодня все те, кто пришел для участия в этой акции, показывают свою солидарность с жителями Востока Украины, жителями ДНР и ЛНР, которые сегодня сталкиваются с огромными сложностями в своей жизни. Эта акция – поддержка нашей страны, наших военнослужащих, которые сейчас отстаивают нашу страну.